Привет, друзья мои, пришел черед делать облицовку парапета. Немного предыстории. Парапет сделан двумя плитами по 5 сантиметров. Пир плиты использовались. Обходил я вертикальные металлические шпили этими плитами. И таким образом нужно будет пройти через них и углубиться в кирпичную стенку. Для фиксации горизонтальных реек я буду использовать вот такие дюбель-гвозди фирмы Fischer. Длина их 18 сантиметров, диаметр сантиметр. Таким образом, 10 сантиметров это пирплиты, 2 сантиметра рейка, и остается 6 сантиметров на углубление в кирпич. Вот этим местом будет углубляться. Рейка 20 на 45. Я уже подготовил отверстие 10 миллиметров, 3 отверстия. Сделал разметочку, где буду сверлить. Для сверления буду использовать от Декстер такой бур крест-накрест. Он очень мне понравился. На дюбелях вот это краешек вот этот нужно будет срезать, потому как он не погружается полностью в рейку и будет мешать накладывать гипсокартон. Я его срезаю, и в досочку заходит дюбель отлично. После обрезания вставляю дюбеля в реечку. Вот таким вот образом получается. При закручивании болта он прокручиваться не будет за счет вот этих ребрышек. Видите, они строго фиксируют дюбель в рейке. И погружаем дюбеля в просверленное отверстие. И получается вот такая красота. Будет три горизонтальные реечки, гипсокартон, и здесь еще розеточку сделаем.